Всем привет! Давайте сегодня поговорим о печени и о здоровье печени. Сегодня хочу разобрать 5 универсальных, недорогих продуктов, которые помогут тебе очистить печень, избавить ее от разных шлаков и токсинов. Действительно, это очень важно. Друзья мои, я очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно делитесь вашим мнением, ставьте лайки, и мы с вами будем гораздо чаще встречаться и общаться. Ну что, дорогие друзья, давайте разбираться. Печень – это очень важный орган в нашем организме. Вообще у нас, конечно же, все органы и системы важны. Но не существует у нас органа или системы, который не важен. То есть все органы и системы нам крайне нужны. Но печень является таким фильтром. Почему очень много проблем сейчас? Это именно потому, что прием различных лекарств в больших количествах происходит. Это различные интоксикации, в том числе там любые, и курение, и алкоголь, все негативно влияет на нашу печень. Ну и, конечно же, неправильное питание, оно тоже дает о себе знать и оказывает негативное влияние в целом на наш организм. Поэтому давайте еще раз проговорим основные функции, которые лежат на нашей печени. Первое. Она, по сути, обеззараживает вещества, образовавшиеся в процессе метаболизма. То есть выводит токсины, аллергены, аммиак, этанол. Представляете, какая огромная у печени функция? Соответственно, удаляет избыток гормонов, витаминов и нейромедиаторов. Это тоже такой очень серьезный факт и очень серьезная функция, лежащая на печени. Участвует в обмене глюкозы и образовании гликогена. Производит синтез холестерина и жиров, то есть липидов, фосфолипидов, которые необходимы для строения клеток и, соответственно, органов, вообще в целом наших органов. Также участвует в образовании желчи, желчных кислот, участвует в пищеварении и, соответственно, выработке билирубина. Является основным депо для витаминов А, Д, В12. То есть, представляете, какое огромное значение и количество функций, которое лежит на печени. Давайте теперь поговорим о продуктах. Какие же продукты действительно очищают печень и благоприятно на нее влияют? Никто не говорит, что вам надо питаться только этими продуктами, но обязательно эти продукты нужно использовать в своем рационе хотя бы еженедельно, там раз, несколько раз в неделю, потому что они действительно полезны и доступны не только для нашей печени, но и в целом для желудочно-кишечного тракта. Также, друзья, напоминаю, что для мужчин необходимо подбирать только натуральный комплекс, без различных примесей, тяжелых металлов, ароматизаторов. Поэтому мой препарат, разработанный специально для мужчин, мужская мощь, потрясающе помогает избавиться от проблем сексуальных дисфункций, помогает нормализовать потенцию для того, чтобы в сексе у тебя не было никаких проблем, и только ты мог управлять процессом, и отлично влияет на сперматогенез. Для заказа ссылка первая в описании под этим видео. Успей заказать свою банку. Результат после приема первых капсул. Также благоприятно будет влиять на твой организм, так как содержит только натуральные компоненты и экстракты. Крайне рекомендую.
Ну что, продукты. Первый продукт – это авокадо. Друзья мои, вот по поводу авокадо могу сказать свое мнение. Когда только авокадо появилось у нас, так сказать, на нашем продовольственном рынке, оно казалось каким-то таким очень странным и непонятным продуктом, и для меня тоже. Потому что, к сожалению, нам привозят авокадо незрелое. Вот попробуйте купить хорошее, мягкое, зрелое авокадо, чтобы вот не протухшее, потому что у нас часто бывает это либо камень, как я говорю, что вот кинешь, и можно шишку получить на голове, да, или глаз выбить, или там вообще убить, да, не дай бог этим авокадо, потому что оно очень-очень жесткое, вот как стакан, вот такое вот не надо жесткое покупать. И которое такое мягкое уже с каким-то коричневым, черным, таким оттенком, их тоже не надо покупать, потому что это такой же признак такой тухлятинки. Вот, поэтому надо брать вот именно такое чуть-чуть мягкое, да, вот как примерно там вот хороший такой помидор, что вот он не тухлый и не как камень, что-то вот среднее. Если вы видите такой авокадо, вот его берите, я уверяю, что оно вам понравится, соответственно, вплоть до того, что можно взять прям ножом и намазать на хлеб, да, такой как в форме паштета, вот вычистить серединку и намазать. Действительно, будет очень-очень вкусно. Во-первых, почему нам нужно авокадо? Содержит именно правильные, здоровые жиры и содержит клетчатку, которая необходима для нашего организма и для нашей печени. Второй продукт – это ягоды. И вот сюда мы относим все красные ягоды. Это вишня, это малина, это клюква, даже можно взять клубнику. Содержит каротин, витамин А и витамин С. Огромное количество пищевых волокон, которые благоприятно влияют на регенерацию гепатоцитов, то есть восстанавливают клетки печени. Это очень важно. Третий продукт – это всеми ваша любимая брюссельская капуста или брокколи. Друзья мои, вот здесь я поняла проблему, почему многие мужчины не любят вот эти вот продукты. Во-первых, потому что их неправильно абсолютно готовят. Во-вторых, их не надо есть килограммами. Вы можете добавить немножко брокколи, немножко брюссельской капусты. Это должно быть в небольших количествах. Не килограмм, а хотя бы там чуть-чуть парочку соцветий. И это будет действительно очень вкусно и в салате, и в формате второго блюда, в формате овощей тушеных, да, или запеченных. Действительно, это будет реально очень вкусно и полезно. Содержит огромное количество клетчатки, то есть такой эффект детоксикации оказывает, улучшает ферменты, которые активно работают в печени и выделяются в кровь. То есть действительно потрясающий продукт, который улучшает работу вообще всей печени. Дальше это зеленый чай. Друзья мои, ну про зеленый чай мы много говорили. Мы обязательно поговорим отдельное видео. Я посвящу теме чай. Оно у меня уже запланировано, где мы будем говорить о том, какие надо пить чаи, как много и зачем. Поэтому обязательно подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить это видео, я уже для тебя его готовлю. Зеленый чай содержит огромное количество антиоксидантов, витаминов и оказывает приятное воздействие от головного мозга до почек, центральной нервной системы и кровообращения. Поэтому я тебе крайне рекомендую пить зеленый чай. Ну и пятый продукт – это тыква. Вот тыква реально недооцененный современным обществом продукт. Если раньше тыквы очень любили, то сейчас, на мой взгляд, их выращивают для красоты или для каких-то праздников, да? Соответственно, тыква должна быть. Я вам даже могу рассказать рецепт очень вкусный, который я делаю сама, и моей семье это очень нравится. Мы режем тыкву. Проблема в том, что просто ее тяжело резать, да, потому что и вот эту корочку срезать. Но действительно, если вы ее порежете кубиками, обжарите, добавите небольшое количество приправ натуральных и чеснока и просто обжарите на сковородке или потушите, будет очень-очень вкусно. Вот поверьте мне, также есть каши из тыквы, можно суп-пюре из тыквы сделать, потому что тыква содержит огромное, ну, на правильном масле, безусловно. Кто-то запекает, тоже получается очень вкусно. Содержит витамин А,
Соответственно, ненасыщенные жирные кислоты, омега-3, омега-6, участвуют в восстановлении клеточных мембран, то есть влияет и на гепатоциты, также влияет на холестерин, обладает желчегонным и противовоспалительным действием и оказывает потрясающий эффект на органы пищеварения. Поэтому я тебе крайне рекомендую эти продукты включать в свой рацион, ну и для мужчин восстанавливать свою мужскую силу с моим препаратом, разработанным специально для вас, «Мужская мощь». Первая ссылка в описании. Поэтому, если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте интересующие вопросы, и вы обязательно всегда будете здоровы, счастливы и полны сил и мощи. Пока-пока и до новых встреч!